Значит, хентай не попрёшь. И дыри. А, все, да? Да. Ай, ты хьюзи, либо. У меня сюда скопа. Какого хуя? КСГО со спинами спасает вас, убив хентай пенопласт! Ебать там. Один каленый, Сева, справа. Хорош. А это правда каленый. Да патроны же кончились! Как он тут оказал? Сейв. Кто хэдшот поставил? Я? Снегла! Да просто такой замес был охуенный. Я бы сказал, что пиздец, я живой, но я лучше не буду, а то я еще сглажу. Только сглажил мне X10. Аж чек не так. УГ не ноль, да? Блять. Прикольно. Блять. Вот примерно так я и умер, только мне въебало, еще с калаша прилетело. Я был оглушен гранатой, я не слышал, что происходило. У меня есть, но я его не отдам, у вас документов нет. У вас документов нет. Да. На Б кто-нибудь есть? Нет, чисто. Чисто. Конечно, ба, чисто. Как дела? Все вас калашил. Так я убил челика. А, ясно. Хера хэдшот. С калаша в голову. А это у тебя стал трек набор или нет? Блин, прикольно. Чё, буржуи что ли? Да это вообще пиздец, блин. Призашёл физически набор. Не пойду. Пиздец. Я много просто сдохнул. Я думал, пойдем. У меня еще одна группа это. Ну что, закрытый, да? Это я случай. Это, блядь, как? Минус. Минус. Еще. Вроде бы напугал. Перезаряжаюсь. Флешка. Уж придут. Вот-вот. Вы, пацаны, честно, куда? Сектор честь. Ладно, ребята, мы должны разделиться. Отряд Альфа идет по правому флангу. А вы не сдохли сверху или снизу? Вентиляция вообще. Давайте вниз походите. А. Да ладно, я уже там. Я не знаю, что ты там ебланил наверху. Мы там с Трампом так прикольно прошли, что словили. Я знаю. Игорь, не пугай меня. Прикольно, знаешь? Наебал кондуктора. Не наебал. Ты чё вы сверху делаете, два придурка, бомба снизу? Я обходил Игоря, не знаю, зачем сюда пошел. Вы чего отставы? Он за этим... Я не понимаю, где я? Возьми бомбу уже. Вас время не смущает никак. Она что, сверху что ли или что? А где бомба, она сверху что ли? Блин, Олег, вот ты дебил. Я убил Гитлера, я Давайте вниз походите. Видишь, мы... А как ни крути, Америка впереди, поэтому...
Как вы там сдохли? Окей. Да меня этот даун расстрелял. Тебя кто угодно бы расстрелял. Ой, Эйклер. Ребята, он на ВП. А я еще не ходил, блядь. Да нихера себе! Я ему тоже хэдшот ответил и 35 хп всего снял! Да нихера себе! Ты что, мне не поверил, что ли? Хотя он же упал. Еще хэдшот! Еще хэдшот! Интересно, а в этом раунде будет одно, хоть одно убийство? Не в голову. Нет. Японский хвост! Меня гранаты взорвали. Если у тебя что-то оторвется, я заберу. Я пока что надеюсь пожить. Нихера там! USB летит! Давай под меню. Привет, у тебя никто не слышит. Мне жизнь музыки недорога, в принципе. По скупке? Не взял. Тут вообще, ты не мешка. Ну да. Там сломалась. Моя жизнь. Короче, я тебя заминирую, окей? Да. А, нет. Смотри, там лог. Блять, да ну нахуй. О, USB убил. Я его здесь убил. Нет. На тебе хэдшот, ты дурак, блин. Блять, не летит нихуя. Чувак, лагающий с половиком, летает на ноу-кляпе. Что в этом происходит? Дед Победы я убил. Саш, не тут хелп, на самом деле. Блин, у меня лагает. Угу. Саш, у меня авик. Я понял. У меня тут тоже есть враги. Хорош. Мне вот это сейчас хорошо было. И вообще красиво. Не понравился. Нихера там гранатой челик убила. Меня! Да блядь, через моник или через нет? О, я помог. Опять попростреливаются, пошу, пока там огонь горит. Да, здесь. Ебать, ты хэдшот ответил! Вам нужен кому-нибудь? Первым патроном Саука тебе по башке попал. А, там еще пока живой, Олег. Да ты заебал. У меня, я с блока не... Оу. Нихера меня сейчас ослепят! Ты слышал это? Я ослеп, у меня через монитор в голову убил. Нет, нахера зажимать в стену? Все, подобрал? Там да, да, да. Так, мы слепые. Заходят, заходят. Лом, блин. Нихера себе! Блять, не... Кажись, этот Дед Победы это просто незаконно, так хуй сердю раздал. Последнее мое достижение это знаток Нигер. В любом. Последнее мое достижение в жизни, да? Как ты это пародируешь это? Да подвинь. Можешь же в голову, только не мне. Может. Да что? Тебя там не отвесили в голову, тебя здесь отвесили. Да нихуя тебе! Ну это подруг. У телека имбо. Слышь, он с ВХ играет. Охренеть, спасибо, что взорвали. Саша, спасибо, что взорвали и подожгли еще сверху. Не кажется ли я гадю? Нет. Да! Если он преф, минус 70. Бумаги. Раунд на картах выиграл. 9 патронов? Минус 60. Смотри, хэдшот, смотри. Не надо! Поехали, блядь!
Иди в жопу! Да что это за пьев? Он тупо еще даже не вышел из-за стены. Пиздец, что за дела нахуй? Я услышал, он с читом играет. Ребята, так. Какие нахуй жесткие читеры ебаные. Ну да, еще с музыкой играть, блин, у меня тоже лагает. На гранату наступил. Да я что, видел, куда она упала? Я слышу, динь-динь-динь-динь. Она за тебя зацепилась и закатилась. Не, за шиворот. За шиворот и кишок. Контент? Ничего это! Что? Он со спрефа вышел. Или мне показалось, блядь. Я правда не особо живой победил. Да что там за куча гранат, сад? Минус 94. Я слышу, как тут кто-то топает. Я не понимаю откуда. Что, задифузить хишу? Да не, мне пиздец. Да уйди нахуй. Кстати, смог пропылесосил, но тебе это вряд ли поможет. Потому что я не умею им пользоваться, это не знаю. О. Слушай, у тебя неплохие шансы вырисовывать. Херовые шансы, блядь, особенно когда будешь что-нибудь. А кто там остался? А, то там что какая-то я осталась. Давай, блядь. Нихуя себе, пьев! Прости. И что это за пьев? Это, блядь, даже не интересно. Ну да, если честно, это было незаконно. Я тоже так думаю. Не понимаю, как он вылетел. Слушай, у тебя неплохие шансы вырисовывать. Херовые шансы, блядь, особенно когда ты будешь что-то. Это Саша сказал, что у меня, блядь, неплохие шансы. Я тупо мантакнула, блядь. Причем, знаешь, мне даже ни единого шанса не дали, знаешь? Музон наваливает.